Вован, вот наш отельчик 38-й. Ваню хавку взял. Сейчас будем хавать перед будем. Неплохой отельчик. 2500. Сначала тупанули, думали, где свет, а потом узнали, что надо карточку воткнуть. Да. Ну, ребят, ну, беспорядок у вас, конечно. Тут мы уже как дома, короче. Все чистенько, аккуратненько. Подраскидались, это у нас тут стол похавать, поесть. Тельчик, правда, еще не включали. Наверное, сейчас как раз и включим, попробуем. Что да как. Вот это я здесь тут разложился. Здесь Ванек кайфует. Холодильник у нас не загрузит. Холодильник. Правда, там не особо холодит. Ну, нормально, кстати, сейчас разогрев раскачался. Все. Вот. Вот такие апартаменты. Четко тут помыться, то все срально, умывально. Все. Все четко. В Норильске уже тоже там все подсказали, схватили, куда что ехать и так далее. Так что норм. Все под контролем. Все. С Норильска потом следующее будет сообщение. Да. Все, давай, Вован.